Важный момент в карьере бойца К1 Константина Русу. На турнире KOKA в Кишиневе он выступит в пирамиде весовой категории до 77 килограммов. В полуфинале Русу встретится с итальянцем Матео Калдзеттой. Во втором полуфинале на ринг выйдут молдаванин Дорел Кристиан и британец Маркус Пауэлл. Могу сказать, что самый опытный Дорел Кристиан. Он чемпион весовой категории до 71 килограмма. Но могу отметить, что здесь другой вес, 77 килограммов. А в этой категории король я. Посмотрим на ринге кто кого. Думаю, победителем стану я. Константин Русу провел на ринге KOKA 10 боев, одержал 7 побед. Дважды проиграл, еще один поединок завершил в ничью. Для Константина это следующий экзамен. Выступит в пирамиде четырех, где бьются опытные бойцы. Турнир «Гала KOKA» пройдет 24 марта в Кишиневском легкоатлетическом манеже. Запланировано 18 боев. Рекордное количество для проекта KOKA.